Сегодня в Рио главы региона обсудил со специалистами планы строительства автомобильных дорог в столице. Строительство дороги в микрорайоне университета 2, соответственно, нынче, так скажем, основные работы были проделаны в том году. В этом году предполагается, значит, асфальтирование верхнего слоя асфальта. Движение по автодороге в столичном микрорайоне Университетский должно быть запущено уже в начале августа. Строительство трассы началось в прошлом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Ключевая задача этого участка – разгрузить растущий поток машин, в том числе и на выезде из Чебоксар в сторону Москвы. Вот я понимаю, это вот идет в сторону Чандрова, а там выезд планируется на дороге или там это... пока нет. Пока нет. Нам надо подумать на эту тему. В принципе, он напрашивается. Напрашивается. Да. Почему? Потому что мы сконцентрировали действительно значительное количество людей на одной почте, и всего имеем два выезда. Да. До конца этого года еще две автодороги планируют построить в микрорайоне Новый город. Одна из трасс станет дублером Марпасадского шоссе. Мы сейчас видим, вот она дальше вот точно таким же. То есть и автодорога, и бульварная часть будет проходить. А вторая дорога, уже вот мы чуть попозже сейчас увидим, это дорога, которая вот здесь она будет проходить. Там, где транстехсервис, она, соответственно, будет соединять уже вот эту улицу жилой застройки. И фактически за счет этих двух улиц обеспечится вот транспортная доступность хорошая вот этого садика. Уже начался этап конкурсного отбора подрядчиков. Олег Николаев отметил, что исполнители контракта должны придерживаться согласованного графика. В планах развития микрорайонов Чебоксары и строительства новых детских садов и школ. Сейчас на экспертизе еще один проект. Это корректировка сметной документации по, значит, садовому, да. Там, а по этим школам как у нас обстановка? Ну, Университетский он заканчивает проектирование, и мы его заводим. За состоянием городской среды пристально следят на уровне правительства страны. Столица республики на первом месте среди других муниципалитетов округа. Рейтинг Министерства строительства и ЖКХ России был опубликован накануне. 5 баллов, то в этом году уже 210 баллов. Поздравляю. Спасибо. Считаем, блестящая работа муниципалитета. Ну и Чувашская республика в целом тоже уже как бы совсем по-другому выглядит. То есть мы заняли первое место по Приволжскому федеральному округу и 9-е место в Российской Федерации. Нам надо сохранить эти позиции. Александр Ильич, вот теперь тяжелая задача, как бы там первым стать иногда даже легко, а вот оставаться первым это уже сложнее. Много сможем в этом деле продвинуться во многом вот через центр компетенции, через центр компетенции. Yes. Поэтому давайте там соберем вот наших коллег, и вот кто может этим заниматься, централизуем этот процесс и поможем в том числе отстающим нашим коллегам. Лидирующие места в рейтинге качества городской среды также занимают Новочебоксарск, Ядрино, Латырь и Канаш. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.